Всем привет! Вы на канале Лепка Онлайн. Меня зовут Алена. И в этом видео я буду лепить диван. Такой пластилиновый диван можно использовать для пластилинового интерьера или для пластилиновой кукольной комнаты. Итак, поехали! Возьмем основной цвет и разделим его на части. Раскатаем валик и приплюснем его. Прорежем полоски. Это будут полоски на спинке дивана. Таким же образом сделаем подлокотники для дивана. Пока пластилин мягкий от тепла, рум загнем верхнюю часть, потому что если немножечко помедлить и подождать, он чуть-чуть затвердеет и потом он может трескаться. Можно и заглаживать эти трещины, но лучше это делать сразу. Сделаю нижнюю часть дивана. Раскатаю валик, прижму и вырежу прямоугольник. Разрежу на части и доцом сделаю углубление для пуговиц. Теперь вовнутрь нам надо поставить каркас, к чему будет крепиться спинка, боковинки и передняя часть. Ну и также ножки снизу потом я буду делать. Для этого можно использовать фольгу вовнутрь или, к примеру, какой-то скульптурный пластилин или пластилин, который остался, остатки которым вы не пользуетесь. Я буду использовать у себя пластилин, который я не использую в работе, он мне не нравится по качеству. Поэтому здесь он как раз подойдет для внутренней части дивана. Приклею к внутренней части переднюю часть дивана. Скатаю шарики, поставлю пуговицы. Сделаю дополнительные части для подлокотников. Прилеплю подлокотники к внутренней части дивана. Точно так же сделаю внешнюю часть для спинки. Прилеплю спинку к внутренней части дивана. Можно было бы оставить вот так, как сейчас есть, спинка и отдельно подлокотники. Если посмотреть, между спинкой и подлокотником в углах осталось расстояние. Я хочу его заполнить элементом, чтобы спинка плавно переходила в подлокотник, чтобы спинка и подлокотники были одним целым. Сделаю эти элементы и поставлю в те открытые углы, которые у меня образовались. Теперь немного сглажу швы.
домешаю в фиолетовый пластилин немного белого, сделаю прямоугольники и подгоню их размер под наш диван. Прорежу швы на этих подушках. Также добавлю швы и складки на подлокотниках. Возьму черный пластилин и сделаю ножки. И теперь осталось сделать декоративные подушечки. Одна подушечка круглая у меня будет белого цвета. И две подушки, которые по бокам будут лежать, квадратные, розовые. Для белой подушки скатаю шарик, приплюсну его и разрежу на сегменты по окружности. Такой диван получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить лепку другой мебели.